давайте начнем. Начнем мы с такого прекрасного алгоритма, как Commits. Кто слышал, что это такое? О, то есть вы уже даже знаете, что это такое, как это работает. Ну, прекрасно, тогда мы это быстро пройдем. Зачем он нужен, этот алгоритм? Кластеризация. Прекрасно. Какие ограничения есть у этого алгоритма? Ага. А как мерить качество работы этого алгоритма? Не все, значит, знаете. Отлично. Для отбора кластеров метод локтя используется, но нужно знать метрику, по которой применять метод локтя. Ну, потому что локоть — это точка перегиба в графике. Нужно же какой-то график сначала построить, чтобы, ну, собственно, найти точку перегиба. Ну, давайте я все равно вкратце вам его быстро расскажу. Может быть, не все тут знают, что такое Commits. А где вы, где вы где-то его читали, да, уже? На каком-то, на какой-то паре? А, все, понял. Ну, суть довольно простая. Это Commits — это частный случай EM-алгоритма. Ну, на его пример, на самом деле, довольно просто корреспондент, как работает EM-алгоритм. Задача у нас есть, ну, собственно, какое-то признаковое описание. Мы задаем то количество кластеров, на которые мы хотим разбить, ну, собственно, у нас наше признаковое описание, наши данные. Как мы это делаем? Изначально выбираются какие-то, ну, собственно, случайные точки в вашем датасете, инициализационные, равные, собственно, количеству кластеров. Ну, дальше, собственно, определяется, задается некоторая метрика расстояния. Она может быть... Какие вы метрики знаете расстояния? Евклидова. А еще что-нибудь? Манхэттенская. Еще какие-нибудь? Ну, для суперразреженных данных высоких размерностей часто используют косинусное еще расстояние. Вот, когда у вас задана метрика, ну, собственно, метрика расстояния, дальше у вас есть базовые проинициализированные кластера, вы можете, ну, собственно, отнести в первую итерацию алгоритма каждую точку к ближайшему кластеру, к центру кластера. Ну, собственно, кластер описывается центром кластера. Вот тут нарисован процесс ассайнинга точек к их кластерам. Дальше мы можем пересчитать центроиду. Ну, собственно, просто берем центр масс для, ну, собственно, этого посчитанного кластера. И двигаем, ну, собственно, считаем, что вот этот центроид — это и есть наш новый центр кластера. Ну, собственно, итерация повторяется. И, ну, собственно, делается до сходимости, пока центроиды не, ну, собственно, не перестанут меняться. В принципе, с точки зрения... Как сказать, интуитивной понятности алгоритм кажется самым понятным. Действительно, для того, чтобы, ну, одно из недостатков этого алгоритма является то, что нужно задавать изначально количество кластеров. Как можно их подобрать? Ну, во-первых, еще одним недостатком этого алгоритма является то, что изначально вы можете не очень хорошо инициализировать, ну, взять какие-то точки, которые не очень удачные для того, чтобы быть изначальными, как сказать, центроидами. И алгоритм, ну, сойдется не к тому, чему вы ожидаете. Поэтому обычно запускают алгоритм несколько раз с разными, ну, собственно, выбранными изначальными инициализационными точками. Ну, собственно, выбирают лучший вариант.
Ну, алгоритм всем понятен. Написать сами сможете. Ну, я думаю, что сможете. Теперь как подобрать, количество кластеров и как померить качество. Вообще для кластеризации существует несколько метрик. Самая популярная — силуэт, про которую я сегодня расскажу. Она просто считается довольно просто. Мы берем, считаем средний дистанс внутри кластера и, дистанс средний дистанс между точками в кластере и относительно соседнего кластера. Считаем, насколько они отличаются. Получается, наша же, задача, чтобы у нас были как можно более плотные кластера, которые находятся как можно дальше от других кластеров. Если у нас наша текущая кластеризация по этой метрике дает нам это, то есть у нас плотные кластера, которые довольно далеко от других кластеров, они склеены или как-то не пересекаются, то тем лучше. Что мы делаем? Мы изначально задаем разное количество кластеров, запускаем алгоритм с, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кластеров, считаем эту метрику, и когда она перестает меняться, то выбираем ту точку, то количество кластеров, которое оптимально подходит для наших данных. И все. Из плюсов алгоритма Каминса, что он довольно быстро считается и быстро сходится. Как вы поняли, уже минус. Нужно задавать количество кластеров. И плюс те кластера, которые он находит, не всегда нам могут подойти. Например, если у нас какой-нибудь кластер, как колбаска или что-нибудь подобное, то Каминс порежет его на несколько кластеров. Поэтому для поиска такого типа данных используют обычно плотностную кластеризацию, что-нибудь типа DBSCAN. Но хороших реализаций под Big Data и Spark на самом деле нету. Есть некоторые эвристики, которые позволяют примерно то же самое посчитать, но именно классических реализаций, к сожалению, нет. На Spark Каминс считается тоже довольно просто, я думаю. Тут вообще никаких проблем возникнуть не должно. То есть зачитываете данные, создаете объект Каминс, инициализируете его количеством кластеров. Можете задать сид, это повлияет как раз на выбор разные сиды повлияют как раз на выбор, рандомный выбор изначальных точек инициализации. Дальше, fit, transform, оценка метрики. Можете написать цикл для подбора кластеров, и получите, значение этого силуэта, посчитанного для разных К, и выберите наилучший. Алгоритм кластеризации — довольно важная штука, где он может вам понадобиться. Такая некоторая мотивационная часть. Когда мы писали всякие защиты от brute force и от DDoS всяких атак для сайта, то люди, которые это делают, тоже довольно умные, они размазывают атаки по разным проксям, айпишникам и так далее. Чтобы у нас не было такой какой-то одной точки, с которой нас все время долбят, мы ее бы заблокировали, мы пришлось менять другую эту точку. Поэтому они равномерненько пытаются размазать там всякие переборы паролей, скрапинг сайта и так далее, как можно больше локаций. При помощи кластеризации можно искать похожие паттерны взаимодействия с сайтом, в пакетах, в HTTP-реквестах, и так далее, объединять их в группы.
Ну и, собственно, когда мы уже объединили их в группы, мы можем уже посчитать какие-то, там, не знаю, статистики или какой-то еще более хитрый алгоритм применить на этой группе. Ну и, собственно, мочкануть их сразу же. По какому-нибудь рейнджу IP-шек, например. Еще кластеризация довольно полезна, когда вы для эксплорейшена данных, то есть когда у вас еще непонятно, не поставлена полноценная задача супервайз машинного обучения, вы видите незнакомые данные, потому что часто бывает непонятно даже, какой таргет выбрать, потому что очень много говорят сейчас, ну, не всегда было очень много про то, какие фичи, как с фичами работать, но как работать с таргетом. Это тоже отдельное искусство, и какой таргет выбрать, на который мы будем обучать модельку, это, ну, тоже довольно нетривиальная задача, про это я тоже буду дальше рассказывать. Поэтому для некоторого exploration, то есть понять, какие у вас, насколько однородные или неоднородные у вас данные, кластеризация тоже очень полезна, потому что, например, может оказаться так, что у вас данные, ну, грубо говоря, не знаю, там, вы анализируете отток пользователей, и у вас есть несколько групп, и у которой разная, ну, как бы мотивационная часть для тока. И при помощи кластеризации вы можете примерно выделить эти группы и применить, например, разные алгоритмы. Это сильно улучшит качество, чем если, ну, на каждый кластер примените и обучите свой алгоритм, чем если вы бахнете одну модель сразу на всех. Поэтому, как бы, кластеризация в этом плане часто улучшает изначальный алгоритм, если, ну, собственно, выделить какие-то группы. Так что рекомендую, применяйте, пользуйтесь. А теперь некоторая подводящая часть. Кто слышал, что такое maximum likelihood? Метод максимального правдоподобия на русском. Статистики не рассказывали. Рассказывали? Отлично. Выглядит эта штука вот так. Сейчас будет много формулок, но я думаю, мы справимся. Смотрите, у нас есть некоторые данные, наблюдаемые значения. И у нас есть априорное некоторое распределение, которое мы считаем, что описывает эти данные. Но мы не знаем параметры этого распределения. Поэтому мы, ну, собственно, строим функцию максимального правдоподобия. Ну, то есть, собственно, у нас есть параметр распределения как неизвестный параметр. Функция максимального правдоподобия — это как произведение вероятностей данных событий при условии, что данные подчиняются этому распределению с этим параметром. Ну и, собственно, наша же задача — максимизировать эту функцию, найти такой параметр, при котором, ну, собственно, это распределение максимально правдоподобно описывает, ну, собственно, наши наблюдаемые данные. Все понятно? Не, ну, если непонятно, давайте еще раз попробую что-нибудь объяснить как-то по-другому. Потому что дальше на этом будет завязано все. Ну, надеюсь, понятно. Вот то же самое, переписанное немножко в другой форме, более компактной. Ну, собственно, нужно найти максимум. Понятно, что, ну, как бы, умножение никто не любит, поэтому обычно задачу переформулирую следующим образом. Находят, ну, как вы знаете, что если взять логарифм, да, то максимум функции, ну, прологарифмированный будет находиться примерно там же, где и непрологарифмированный. Но мы избавляемся от неприятного умножений, переходим к приятным сложениям. Поэтому обычно задачу формулируют, ну, почему это называется, log likelihood, то есть когда мы находим, ну, собственно, максимум от прологарифмированной функции максимального правдоподобия. Теперь, как это связано с логистической регрессией? И зачем я про это все раз? Да.
Ну, форма записи, что при условии, ну, у нас есть некоторый параметр. У нас есть, ну, давайте начнем вот отсюда. Ну, собственно, это то же самое, что написано здесь, только у нас, ну, собственно, мы берем argmax, находим максимум для произведения функций вероятности при, ну, для всех примеров от it до m. Ну, у нас примеры описываются как, ну, собственно, значение, ну, собственно, значение, наблюдаемое значение и вероятность появления этого наблюдаемого значения при, ну, собственно, заданном параметре. Ну, это условие, при каком условии вероятность считаем, да? Ну, это, собственно, ну, то есть параметр условия и, ну, собственно, наблюдаемое значение. Условная вероятность считается. И, ну, собственно, находим такое значение параметра, при котором, ну, все наши условные вероятности для всех наблюдаемых значений, ну, максимальны. Вот логическая регрессия. Самый, так сказать, изученный, простой, но и самый интересный алгоритм, потому что, несмотря на всякие бум нейросеток и так далее, для большинства задач все еще используется логическая регрессия, особенно в хайлоаде и особенно, например, в рекламе. То есть для всякой интернет-рекламы, всяких RTB-вариантов, например, где важны именно синхронные быстрые ответы и низкой latency. В основном это логическая регрессия и деревья. Ну, потому что логическая регрессия — это, с точки зрения инференса, самый простой и быстрый алгоритм, который только можно придумать. Начнем с функции. Ну, собственно, сигмоиды, так называемый, которая является основой логистической регрессии. Ну, выглядит она следующим образом. Ограничена от 0 до 1. Ну, собственно, 0,5 значение в нуле принимает. Ну, монотонная, возрастающая, не знаю, отличная функция. Как же ее используют? Считается, что эта функция, ну, описывает вероятность исхода. Ну, какого, эта функция используется для описания вероятности исхода, ну, собственно, предсказания какого-либо события, которое мы предсказываем. Да. Напомню, решаем сейчас мы задачу классификации на примере задачи классификации на два класса, чтобы было понятней. Ну, собственно, мы вводим, давайте сначала, векторную нотацию, то есть во всей этой штуке обычно используют векторные нотации, потому что они проще для понимания и для записи, чем выписывать все возможные суммы, вложенные. Это, ну, собственно, скалярное произведение, так записывается. Ну, t транспонированное, потому что, ну, собственно, чтобы умножить два вектора, один и получить скалярное произведение, один должен быть транспонированный. И в контексте, например, если мы говорим про векторные операции, например, в питоне это очень развито. Там довольно много оптимизаций, связанных с как раз векторными операциями процессорных. Они позволяют, ну, собственно, быстрее, чем в циклах, все это намного делать. И поэтому там, ну, собственно, есть даже специальные пакеты для этого, типа, например, NumPy, которые, ну, собственно, если вы используете вектора, получаете сильное ускорение вычислений матричных. Собственно, считается, что, ну, функция, как вы видите, та же самая сигмоида, это вектор, это те значения, которые мы хотим подобрать, ну,
собственно, обучить модель подобрать эти значения. Ну, x — это как раз наши переменные фичи, которые мы сгенерировали, и пытаемся обучить модель на этих фичах предсказывать, ну, собственно, вероятность чего-то. Ну, какой-то единички при условии x и θ. Понятненько? Прекрасно. Узнаете? На прошлой лекции такая штука была, похожая очень. Кто узнает? На что похоже? Я не слышу. На критерий? Ну, как сказать? Были логарифмы, да. Но я хотел услышать про... Ну, как бы в общем плане ответ, конечно, правильный, но я имел в виду немножко другое. Это похоже на Бернуля, на распределение Бернуля. Вероятность успеха, вероятность неудачи. Так как у нас переменная распределена от нуля, так как у нас таргет наш может принимать значение, если мы рассматриваем бинарную классификацию 0 или 1, то обычно считается, что он подчинен, ну, собственно, распределению Бернуля. И, ну, собственно, мы можем выписать likelihood для распределения Бернуля, используя как параметры нашу сигмоиду, ну, собственно, с вектором коэффициентов, которые также параметризуют нашу сигмоиду. О как? Смотрите. Вот параметризация. Ну, собственно, если вот этот член заменить на, собственно, расчет вероятности, то, ну, собственно, сводим это все как раз к распределению Бернуля. И тут уже мы можем, ну, собственно, применить, ну, собственно, метод максимального правдоподобия, про который я до этого рассказывал. Ну, понятно, что мы переходим к логарифмам, как я уже говорил, зачем это делается. Ну и в конечном итоге формулируем задачу оптимизации. То есть, когда мы, ну, собственно, считаем, что наши данные таргет подчинен распределению Бернуля, собственно, задаем параметризацию вектором весов, ну, собственно, и данными, строим максимальное правдоподобие, ну, логарифм максимального правдоподобия для, ну, собственно, этого распределения. И, ну, собственно, подбираем параметры, при которых, ну, собственно, достигается максимум. И, ну, собственно, альфа, я думаю, вы знаете, что это за прекрасный коэффициент, скорость спуска, learn rate. Ну и, собственно, сформулированная, взятая там производная, ну и сформулирован, ну, находим максимум также обычным градиентом спуском. Ну, в данном случае градиентом подъемом. То есть, еще раз. У нас есть, собственно, наблюдаемый таргет какой-то, 0,1, считаем, что это распределение Бернуля. У нас есть сигмоида, параметризованная вектором параметров, вектором коэффициентов.
которая генерирует нам вероятности, считаем, что это вероятности. Дальше мы, ну, собственно, формулируем задачу для поиска метода, для поиска максимум, ну, как бы, как поиск параметров распределения обернули при помощи метода максимального правдоподобия, где, ну, собственно, вот это. Ну, логарифм максимального правдоподобия, где вот как раз у нас ну, собственно, вот эта функция описывает, собственно, то, что мы пытаемся найти. Параметры этого распределения. Ну, собственно, когда мы сформулировали, уже построили эту функцию, максимум, который нам нужно найти, то мы применяем, ну, какой-то метод для поиска, ну, собственно, оптимума. Самый распространенный — это, ну, метод градиентного спуска, в данном случае градиентного подъема. Мы, ну, так берем производную, ну и, собственно, что уже она взята, я не стал ее выводить. Ну и движемся по градиенту. Ну, альфа контролирует скорость движения. Чё, как? Понятненько или так не очень? Понятненько. Не очень. Чё где непонятненько? С какого момента стало непонятненько? Давайте открою, откручу, попробую еще раз объяснить, может быть. Я... Не очень удачно донес мысль, а? С этого непонятненько. Смотрите. Все помнят, что такое распределение Бернуля? Нет. Может быть, в этом проблема. Ну, смотрите. Вот у нас есть биномиальное распределение. Ну, ладно, сейчас. Короче, если вкратце, распределение Бернули описывает вероятность успеха в заданном испытании. У нас есть N независимых испытаний, и Бернули описывает вероятность успеха, ну, собственно, в каждом независимом испытании. Так как у нас данные, которые мы обучаем, то есть мы, это все на примере бинарной классификации сейчас рассматривается, представляется обычно как нолик и единичка, но в том плане, что у нас есть как бы некоторое событие, ну, не знаю, там, кликнет человек на рекламу или не кликнет, ну, купит что-то, не купит, или, не знаю, есть кошечка на картинке или нет кошечки на картинке. То есть большинство задач как раз, в любом случае можно обычно свести к бинарной задаче. Считается, что, ну, собственно, данные, которые представлены таким образом, можно описать вот как раз при помощи этого распределения. Вот, ну, собственно, как это считать? Вероятность y при условии x, ну, где мы как бы умножаем на вероятность как бы успеха, умноженное на, ну, собственно, на обратную вероятность, на вероятность неудач. Ну, успех в данном случае есть, что котик на картинке, человек кликнул, человек на рекламу или нет. Вероятность у нас описывается функцией сигмоидой. В данном случае мы такую взяли функцию. И у нее, у этой функции, есть вектор параметров. То есть она параметризуется не одной чиселкой, а, ну, собственно, вектором коэффициентов, который мы пытаемся как раз подобрать. По факту, который является ядром этого алгоритма. Нам самое интересное — подобрать вот эти коэффициентики, которые при умножении на фичи и при постановке в функцию, ну, собственно, дадут точку какую-то вот, ну, собственно, на этой кривой, которая как бы вероятность. Окей?
А теперь нам нужно, ну, мы говорим, что вот данные у нас описаны так, мы как бы выборы вернули, теперь мы можем построить максимальное правдоподобие. Ну, методом как раз, применить метод максимального правдоподобия для этого. То есть, ну, логарифм уже не буду объяснять. Ну, и, собственно, что мы делаем? Применяем метод максимального правдоподобия. Подставляем, ну, собственно, у нас есть наши наблюдаемые значения. Мы пихаем в какие-то, ну, собственно, изначально рандомно инициализированные веса формулку. И, ну, собственно, считаем максимальное правдоподобие, получается хреново. Для того, чтобы подобрать веса, при которых, ну, как бы, не хреново, нам нужно, ну, собственно, использовать алгоритм поиска максимума для этой функции какой-то. И для этого как раз мы считаем производную от этой функции и движемся по ее градиенту методом градиентного спуска, подъема в данном случае, потому что нам максимум интересен. Ну, дальше, собственно, вот формулка, как мы можем двигаться. Вот, ну, собственно, посчитанная производная. Альфа — параметр, который подбирается на глаз, анализируя кривые спуска. Я как-то вам показывал на какой-то из лекций. Ну, собственно, находится такой вектор, при котором это какой-то локальный, ну, локальный оптимум, потому что все методы не поиска локальных оптимумов. И, ну, собственно, используется дальше для принятия решений каких-то бизнесовых. Ну. Также итеративно делается, то есть мы случайно задаем тенты. С точки зрения оптимизации ничего не меняется. Ну да, вот тета изначально задали, посчитали производную, подобрали на глаз альфа сначала, ну и пошли итеративно фигачить. То есть тета, получается, есть тот самый коэффициент, с помощью которого можно попасть в этот график? Вектор коэффициентов. Да. Да. А x, y — это вероятности? Не-не-не-не-не. В смысле 0,1? Ну, x — это вектор фичей. Ну, y0,1, да, еще раз, x — это вектор наших, ну, фичей, которые мы придумали, не знаю, там, время на сайте, там, пол, возраст, еще что-то, да, может быть, да, с этого стоило начать. Это x, y — это что мы предсказываем, ну, то есть это нолика, единичка. Ну, у меня, не знаю, я могу еще раз попробовать, на самом деле, если непонятно, попытаться как-то разжевать, или уже все понятно. Нормально. Нормально? Ну, давайте теперь подумаем о том, вот когда мы подобрали эти веса. По понятным причинам, я еще раз поясню, я просто не стал это включать, чтобы вас сильно не грузить. Градиентный спуск — это самый, как бы, простой такой проверенный метод для обучения всяких нейронных сеток, он прям must have. Но для логистической регрессии уже давно доказано, что наиболее лучшую сходимость дают методы второго порядка, то есть которые используют вторую производную. Они, вот то, что я говорил, если вы будете, например, когда-нибудь обучать, ну, вообще у вас есть, задам такой вопрос, интересно ли вам понять, как работают методы второго порядка для оптимизации, которые используют вторую производную, основаны в основном на методе Ньютона, самые популярные и эффективные? Ну,
был курс, да? То есть, то есть что такое LBFGS, вы знаете. И что такое метод Ньютона, как это работает. Это интересно вам узнать? Я просто могу факультативно рассказать, выделить это время, или неинтересно? Окей. Одно слово я сделаю. Но это не сегодня. На следующей паре посвящу 15 минут, расскажу, как работает LBFGS. Ну, и метод Ньютона. Потому что они реально обеспечивают лучшую сходимость, они более тяжелые в вычислениях, но сходятся алгоритмы лучше. И по дефолту сейчас даже в Spark, по-моему, работает LBFGS. Да. С точки зрения инференса, давайте подумаем. Такая простая задачка разработческая. Вот долго обучали модель, сложно получили в конечном итоге вот этот вектор весов. Обучали, например, на всяком Spark. Как бы мы внедряли это в продакшн? Есть идейки? Просто хочу проверить, что вы поняли, как это работает. Просто поэтому решил такую накинуть. Что нам нужно, чтобы на проде, предположим, Spark, ну, никто не тянет, еще раз, Spark в продакшн. То есть если у вас нужны синхронные ответы, низкий latency, то Spark — это очень плохая идея. Почему? Потому что там куча оверхеда на всякие их конструкции, типа всяких датафреймов, и чтобы, ну, что-то пихнуть в их предиктор, вам нужно создать очень сложный объект, который занимает кучу памяти, долго создается и так далее, и втянуть еще и Spark как зависимость, что, ну, тоже не очень хорошо. Есть библиотеки, конечно, которые типа MLLib, которые позволяют не тянуть Spark и делать конвертацию моделей, но они очень ограничены, скажем так. Если у вас все-таки асинхронная обработка, ну, то есть когда вы, например, можете подключить Kafka и запустить на кластере скоринг, ну, какая-то очередь на вход заданий, очередь на выход, то прекрасно, Spark отлично вам к этому подойдет. Но, как я говорил, есть ряд кейсов, когда нужно давать быстрые синхронные ответы, меньше, чем за 100 миллисекунд. Как, предположим, мы натренировали модельку на Spark, что мы можем, как мы ее внедрим в продакшн? Что нам для этого нужно? Массив коэффициентов, да. Да, сигмоиду, я думаю, все справятся с расчетом. Да, массив коэффициентов, которые, ну, собственно, для того, чтобы его посчитать, нужно всего лишь, ну, сделать инференс. Что нужно сделать? Ну, посчитать скалярное произведение, что довольно быстро. Поэтому, собственно, с точки зрения инференса, это самая простая модель. Все, что вам нужно сделать, это посчитать скалярное произведение. Такой вопрос. А если у нас 10 тысяч коэффициентов? Например, мы сделали one-hot encoding над доменами, которые считаем фичами. А в продакшене как будем размерность уменьшать? Еще одну модель втянем для уменьшения размерности? А, то есть feature selection сделать, а не размерность уменьшить. Две разные вещи, я еще раз, ну, поясню, смотрите. Есть feature selection, когда мы отбираем значимые фичи, да? И есть dimensional reduction, когда мы уменьшаем размерность. Ну, по понятным причинам, что, ну, когда мы выбираем фичи, мы уменьшаем размерность. Но методы уменьшения размерности включают в себя не только отбор фичей. Есть, например, методы, основанные на разложении матриц, типа Principal Component Analysis, который находит как раз главные компоненты ваших данных, делает проекцию ваших данных на эти главные компоненты и считает, ну, собственно, что это новые фичи. Я скорее просто про то, что подумайте, что если у вас сильно разряженные данные, то, ну, если вы пишете это на Java, то я изначально вряд ли думаю, что вы будете использовать векторные операции. Скорее всего, это зафигачите в цикле и будете хранить в хешмапах коэффициенты.
И, ну, как бы это хорошо как раз для всяких разряженных как раз моделек. Ну, предположим, когда-то вам придется писать не на Java, не забывайте, что ну, векторные операции для сильно спарс векторов будут неэффективны, и это ну, такое не очень целесообразное расходование ресурсов. Что еще такого интересного? Да. И на самом деле сейчас большую проблему при построении таких систем, где нужно как раз прям low latency делать, занимают не скорость инференса, а поход в базу данных за фичами. То есть, ну, чтобы у вас все срослось, вам нужен вектор фичей, которые вы как-то посчитали, ну, либо считаете в реал-тайме. То есть тут как бы stateless, stateful — две разные методологии. Если у вас как бы, ну, собственно, вы храните состояние, то вам нужно изначально фичи какой-то предподсчет делать, класть в какую-то базу или ну, потом извлекать из этой базы. Ну и понятно, что у вас есть как бы часть фичей, которые можно посчитать, часть, которые медленно считаются, быстро считаются. У вас есть несколько разных баз, которые для разных сущностей. И вам, ну, собственно, самый долгий вообще элемент во всей этой штуке — это, ну, собственно, походы в базы за фичами. И сбор их в единый вектор, который потом уже пихается на скалярное произведение. Поэтому, если это возможно, то, ну, собственно, кэширование — наше все. Это обычно сильно помогает там, где, ну, собственно, объекты могут повторяться. Ну. Тут примерчик, как, собственно, обучить логическую регрессию и достать вектор коэффициентов. Как вы видите, что тут есть не только вектор коэффициентов, а еще некоторая штука под названием интерсепт. Это свободный член во всей этой штуке, который ну, собственно, позволяет нам корректировать биос нашей модели. То есть ну, его тоже можно подбирать. Обычно он либо подбирается из данных, либо как-то тюнится. Ну, это этот коэффициент, который, ну, собственно, не умножается на, если вкратце, на фичи, а просто добавляется как, ну, как какая-то константа. Собственно, думаю, эта картина вам уже довольно знакома. Ну, собственно, первая часть лекции подошла к концу. Давайте, может быть, без перерыва быстро закончим вторую часть лекции, и вы будете свободны. Как вам такое? Отлично. Да, а во вторую часть лекции я хотел бы поговорить про лейблинг данных и увеличение размера данных. Так как сейчас, как вы, наверное, уже понимаете, есть довольно много фреймворков, которые дают довольно высокоуровневую абстракцию, и нужны, ну, по факту, не очень большие знания для того, чтобы получить средненькую модель. Ну, то есть там пару прослушанных курсов и некоторый базовый тюнинг уже на хороших данных даст примерно нормальные результаты. Поэтому сейчас основная проблема — это хорошие данные, на которых можно обучить эту модель. Ну, что особенно критично для дип-лёнинга, где глубоким нейросеткам нужно много данных. Еще одна проблема — это как получить лейблы в данных.
Какие бывают у нас лейблы? Простой случай, если эти лейблы задаются из контекста решения задачи. Ну, то есть, из, например, поведение, какой-то конкретный action unit у человека. Ну, там, кликнул, купил, зашел, посмотрел, что-то такое. То есть, такое генерируемая самими людьми разметка. Намного сложнее в анализе, то, что называется, в анализе контента и, например, в анализе сложных сущностей, например, типа ботов. Потому что, ну, для того, чтобы разметить, что такое, что вот этот профиль бота, этот не бот, ну, нужно собрать какую-то информацию, показать это человеку специальному, который имеет опыт и понимает, что вот это хорошее поведение, это плохое. Сейчас боты настолько прокачанные, что, ну, довольно сложно на первый взгляд, если не анализировать там прям глубоко, понять, что это профиль ботовый или нет. Также еще так в голову пришло, где полезно применять кластеризацию. Это вот как раз поиск кластеров при разметке как раз, например, ботов. Позволяет объединять одинаковые профили в группы, и это сильно упрощает разметку, так как, ну, если профили прям идентичны практически по поведению там, и по паттернам взаимодействия с контентом, то, ну, собственно, скорее всего, они боты. Как же, ну, собственно, решается эта задача? Ну, так как вы программисты или будущие дата-сайентисты, не знаю, кто кого куда жизнь заведет. Очевидно, что не очень рациональная трата вашего ресурса, ваших, ну, как бы ресурсов на то, чтобы вы руками сидели и размещали данные. Ну, то есть, во-первых, платят вам, ну, или должны платить как минимум довольно много, а это довольно тупая работа. Ну, не то, что она тупая, но она явно, ну, не требует супервысокой квалификации. Поэтому был придуман краудсорсинг. Ну, понятное дело, что краудсорсинг — это более такое широкое понятие, так как сейчас его, например, используют для сбора денег на всякие проекты, краудфандинг, там, для выполнения всяких мелких, не знаю, там, задач, типа, например, для сбора данных, когда нужно пройтись по всем, как в Толоке, торговым центрам и перепечатать все организации, которые есть в этих торговых центрах. Ну, одно из таких ключевых еще применений краудсорсинга — это для дата-лейблинга. То есть, когда у нас есть некоторый кусочек данных, это может быть как картинка, текст, видео, звук, не помню, зачем я это переводил, по-моему, это был слайд с какой-то конфиг, где надо было на английском. Вот, и, собственно, есть люди, которые смотрят на этот кусочек данных, и в самом простом случае отмечают, к какой категории он относится. Ну, по понятным причинам, это могут быть выделение объекта, например, если мы говорим про computer vision, это поиск каких-то, не знаю, там, транскриптинг текста, например, с картинки, для детекции спама мы это используем. То есть задач придумать можно много. Ну, наверное, как вы понимаете, ну, это пример нашего приложения для разметки данных в Одноклассниках. Просто есть как бы Толока сейчас на рынке российском. Знаете, все знаете, что такое Толока? Не знаете? Ну, или Толока. Они все время обижаются, когда неправильно называют. Наверное, Толока правильно. Это, собственно, тоже краудсорсинговая платформа, только там, ну, она побольше нашей. С точки зрения разного типа заданий, которые они поддерживают. Суть в чем, что люди на ней регистрируются, заказчики размещают задания, типа сфотографируйте свои руки, не знаю, или, например, если нужно детект сделать каких-то жестов, или промодерируйте вот эти объявления, найдите какой-нибудь плохой контент,
ну и так далее, такого типа задания. Люди их выполняют, им за это плачется денежка. Ну там, типа несколько центов за задание. По понятным причинам, если есть какая-то халява, то люди будут ей пользоваться. Ну, то есть могут, чтобы заработать больше денег, начать просто прокликивать, ну, некачественно выполнять задания, ну и так далее. Поэтому, ну, собственно, тут есть такое слово «крауд», когда мы используем не один ответ на какой-то кусочек данных, а собираем разные ответы на один и тот же кусочек данных от разных людей. Ну и, собственно, потом как-то принимаем решение, как расскажу чуть дальше. У нас в Одноклассниках это сделано как портальное приложение. В разделе «Игры» она у нас висляется. Юзера у нас модерируют и размещают нам всякий контент, на основе которых мы клепаем наши нейросетки для борьбы с вредителями. Мы им за это платим тем, что выдаем наши платные ресурсы. Ну, у нас есть в социальной сети ряд функций, за которые платят реальные деньги. Мы их за то, что они нам модерируют всю эту штуку, выдаем бесплатно. Важной задачей, как я сказал, является quality control во всей этой штуке. Какие простые методы контроля используют? Самый такой распространенный — это majority voting. Это также одновременно и метод агрегации, и метод контроля качества. То есть, ну, собственно, собираются, например, у нас на один юнит было 5 голосов, из них 4 ответили, что да, есть котик на фотографии, один сказал, что нет котика на фотографии. Мы считаем, что большинство право, наказываем человека, который сказал, что нет котика на фотографии, и говорим, что все, кто отметил котика, молодцы, и даем им какие-то ништяки. Ну, то есть, во-первых, мы можем это использовать уже как лейбл, ну, то есть, ну и во-вторых, еще как систему контроля. Это такой приятный бонус. Второе, это есть некоторый golden set, так называемый, небольшой кусок размеченных данных какими-то проверенными исполнителями, либо вами самими, если вы проверенный исполнитель, считаете себя таким, которые, ну, собственно, в рандомные моменты времени подсовываются людям как обычные задания и проверяются, как они на эти, ну, собственно, изначально заранее заданные айтемы отвечают. Ну и такой тоже простой механизм, который позволяет бороться с кликерами. Это контроль скорости выполнения заданий. Там есть как самые простые, что просто нельзя, какие-то трэш-холды, так и более сложные, когда пытаются это все автоматизировать, всякие скрипты написать, там анализируется как раз распределение времени между ответами. Ну и, собственно, люди как-то каким-то образом наказываются, которые были замечены в подобном. Хорошо, смотрите. У нас есть один айтем, у нас есть 5 человек, которые как-то на этот айтем какие-то дали ответы свои. Теперь нам нужно обучить алгоритм. Для того, чтобы обучить алгоритм, нам нужна какая-то одна метка. Как можно получить эту метку? Ну, как вы уже, наверное, поняли, самый простой способ для категориальных и, ну, для номинативных данных — это majority voting. Но есть же некоторая интуиция, что данные у нас бывают разные. То есть, majority voting. Данные у нас бывают разные, разные сложности, и люди бывают разные сложности. Ну, не сложности, извините, как говорится, качество. То есть есть хорошие исполнители, плохие исполнители. Часть людей какие-то задания лучше поняла, какие-то хуже. И часть айтемов очень просто определить, что есть котик на картинке, а часть не очень. Например,
если котик нарисован у девушки на ее, не знаю, там, кофте. Считать ли это, если тебя просят отметить котик, что это котик есть на фотографии? Или есть фарфоровая ваза в виде кошки, которая стоит на заднем фоне? Или какая часть кота только на фотографии попала? Например, задняя часть. Считать ли, что есть кот на фотографии или нет? И с какого момента мы считаем, что кот есть на фотографии? То есть даже на такой простой задаче, как поиск кота на фотографии, возникает уже много нюансов. Если вам кажется, что просто объяснить там нескольким десяткам тысяч человек, как найти кота на фотографии, то на самом деле это не так просто. Всегда есть пограничные случаи какие-то, которые надо самому понимать, что они есть, и описывать либо их в правилах, либо как бы включать как раз как в обучающее множество. Собственно, были умные ребята, Дэвид и Скин, которые в 80-х годах анализировали диагнозы, которые ставят врачи пациентам, и пытались решить на тот момент примерно такую же задачу. Они пытались придумать что-то лучше, чем majority voting, для того, чтобы выбрать правильный диагноз, который, поставить пациенту, который сходил к нескольким врачам разным. Тут они вводят простой один параметр основной — это качество разметчика. Формулируют задачу как… все эти алгоритмы работают следующим образом. Смотрите, у нас есть наблюдаемые данные, которые мы видим. Они говорят, окей, а у нас есть модель вероятностная. Они формулируют некоторую вероятностную модель, исходя из понимания природы данных и, процесса, который их порождает. И говорят, мы считаем, что вот эта модель описывает вот эти наши данные. И подбирают параметры для этой вероятностной модели. Вкратце, это как работают все подобные алгоритмы для номинальных и номинальных данных. А эти модели в основном отличаются только количеством параметров, которые вводят. В данном случае основной параметр — это качество исполнителя, поэтому, например, если у нас в кворум, то есть попало 3 исполнителя, 2 низкокачественных, а 1 высококачественный, вот циферка показывает качество, то мы можем, взять ответ его и засчитать как основной правильный, а низкокачественных отбросить. То есть при majority voting это бы сделать нам не удалось. GLAD. Другой алгоритм уже был разработан, по-моему, в 15-м, то ли 17-м году, не буду врать. Он импрувит David Skin тем, что вводит еще дополнительный параметр. Сложность задания. То есть там есть параметр качества исполнителя и сложность задания. Параметры у вероятностной модели — параметры, которые подбираются на наблюдаемых данных, которые наилучшим образом описывают наблюдаемые данные. Тут как бы понятно, что с точки зрения логики кажется, что это неплохо и должно улучшать. И, в принципе, действительно это улучшает на всяких модельных датасетах результаты, агрегации. Но
Ну, скажем так, если не знаете, какой алгоритм выбрать, вам когда-то придется столкнуться с подобной задачей. Используйте, если это возможно, majority voting, если у вас не... Ну, если у вас там можно его использовать, потому что понятно, если у вас задача выделить bounding box'ом объект на фотке, то majority voting для такого типа данных неприменим, там придется что-то думать. Ну, придумывать другое, потому что суперклассических методов не существует. Дэвид Скин — это такая проверенная классика временем, и, например, тот же самый Толока из коробки как раз позволяет вам использовать этот алгоритм. Glad, ну, по моим ощущениям и моему опыту, по статьям получается, что он типа действительно лучше, но для простых данных, ну, из средней степени сложности, суперперформанса по сравнению с Дэвид Скином я не наблюдал. Хотя модель как бы более сложная, так и больше параметров. Прояснило немного, как работает генерация лейблов. А теперь смотрите. У нас есть какой-то кусок данных. Если вы работаете в большой компании, где куча данных, даже не так. Даже если вы в такой компании работаете, все равно может возникнуть такая проблема, что у вас мало размеченных данных и нет возможности разметить больше. Но модель и на текущих, ну как бы на текущем сете, который у вас есть, вы уже потюнили модель как только можно. Но она все равно фалзит на продакшене, на каких-то кейсах, которые, ну, собственно, вам бы хотелось бы уметь обрабатывать правильно. Что можно сделать? Можно увеличить объем данных, которые вы используете, используя следующие техники. Дата-аугментация. То есть, смотрите, я расскажу на примере картинок, потому что наиболее наглядно, но в принципе аугментация, например, если вы работаете с графовыми данными, вполне подходит. То есть там также можно использовать, ну, собственно, там есть, конечно, специфические техники, но в принципе, ну, там тоже специфические техники, но тоже идея в том, чтобы, ну, каким-то образом модифицировать, например, графы, если вы, например, строите графовые классификаторы или, например, решаете задачу link prediction. Ну, собственно, для текста, ну, то есть аугментация довольно неплохо подходит для любого типа контента. Просто покажу на визуальном, так как там она наиболее развита и наиболее часто используется. Для табличных данных аугментация тоже возможна. Там она более сложная, потому что нужно понимать природу распределений фичей, которые у вас есть. И, ну, собственно, либо делать псевдолейблинг какой-то, то есть когда вы на новых данных отбираете сэмплы, у которых ваша текущая модель предсказала с высокой вероятностью, ну, собственно, какой-то класс, который, на котором вы ее обучали, и добавляете их в датасет. Ну, там тоже такие хаки встречаются. Предположим, вам нужно натренировать какой-то классификатор, который умеет, ну, вот, классический датасет MNIST, когда у вас циферки, и нужно уметь распознать циферки, описанные, по-моему. Для того, чтобы увеличить как раз количество сэмплов, вы можете вашу одну картиночку по-всячески модифицировать. По-всякому ее повернуть, развернуть, отобразить как-то и так далее. Таким образом, вы знаете точно, что на этой картиночке шестерочка, и ваша моделька будет правильно обрабатывать новые сэмплы, которые придут в неожиданной, например, для нее ротации. То есть, если бы вы обучали модель только в такой ротации, то когда бы у вас пришел, например, новый сэмпл, например, кто-то сфотографировал не очень ровно какой-нибудь в такой ротации, ваша модель бы, скорее всего, сфалзила и выдала что-то далекое от реальности. Если бы вы ее обучали уже с учетом такого типа изменений, то
получили бы намного лучше перформанс на продакшене. Вот один из классических примеров, когда делали классификатор машин, и, ну, собственно, модели, поймите, довольно тупые, они не как люди, и поэтому они пытаются решить задачу методом минимального сопротивления. Пытались отделить, что тут написано, Ford от Chevrolet, и подавали картинки просто. Все форды стояли в ротации налево, а Шевроле стояли в ротации направо. Но при таком, при такой постановке задачи обучения модель, ну, как бы выделила очевидный признак. Если что-то похожее на машину стоит в левой ротации, то это Ford. А если в правой ротации, то это Шевроле. Никакие более сложные признаки она не выделила, потому что этого простого признака уже достаточно для хорошей сходимости и, ну, собственно, качественного результата. Ну, собственно, чтобы побороться с этой проблемой, нужно подавать машины в различных ротациях, как бы для обучения модели. И тогда, ну, собственно, вы сможете с этим побороться и избежать проблематики, ну, которую я описал. Суть несколько основных техник, которые используют обычно. Самая простая — это флип, когда мы, ну, собственно, меняем отображение картиночки по какой-либо из осей, горизонтальной или вертикальной. Это, ну, ротация на какое-то количество градусов. Скейлинг. То есть, когда мы скейлим изображение либо даунскейлим, либо апскейлим. Кропы, когда делается вырезание кусочков изображений. Не обучается именно на кропах. Транслейшн — это когда, ну, вот черный фон, тут как бы все красиво. Когда просто, ну, понятно, что на черном фоне это просто не видно, когда вы просто, ну, собственно, двигаете ваше изображение каким-то, меняете, ну, ее положение относительно, ну, собственно, заданных краев. То есть сейчас, может быть, на следующий будет более понятно, хотя не будет. Там же другой. То есть... Вот у нас изначально наша картиночка, и мы просто делаем сдвиг в, ну, в изначально заданном у нас пространстве нашей картинки, например, влево максимально, ну, на какой-то процент изображения. И каким-то образом достраиваем границу. Ну, когда у нас черный фон, понятно, что достройка границы будет тоже черная. Ну, то есть у нас размер изображения 640, например, на 640 мы взяли, и кусок изображения сместили на, например, 50 пикселей, и то пространство, чтобы у нас было, ну, как бы размер изображения не поменялся, ну, залили какой-то границей, ну, например, градиентом, который у нас на границе находится изображение. Понятненько? Ну, такой полезный во всех практически областях применения метод добавления шума. Очень часто используется на всяких автоэнкодерах, то есть когда мы пытаемся выучить скрытое представление для нашей сущности, мы пытаемся, ну, в более... скрытое векторное представление в более низком, ну, как бы, как-то dimensional, блин, как-то, в более низкой размерности, как раз и обучаем его, ну, собственно, предсказывать саму же себя. Там как один из примеров. Также
Это используется в обучении на табличках, тоже зашумление данных. Суть в том, что мы берем какой-либо типа шум, например, это бывает соль-перец шум, довольно популярны тоже в изображениях, когда черные и белые пиксели подмешивают на фотографии. Гауссовый шум, когда у нас есть какое-то нормальное распределение, например, стандартное, и мы генерируем из этого распределения какие-то, собственно, последовательности. И каким-либо образом накладываем их в виде, например, изменения пикселей на фотографии, отнять, прибавить, умножить, что-нибудь подобное. Но существуют и более хитрые способы увеличения размеров ваших датасетов. Есть так называемые ГАНы, Generative Adversarial Network. Это сети, которые умеют, например, если вкратце, генерировать довольно правдоподобные изображения, которые, только с учетом некоторого как контекста, например, добавлять зиму на фотографии, или что-то подобное. То есесть, предположим, у вас нету датасета, есть только летний датасет, например, вам нужно, коров детектировать. Вы делаете умную ферму, и вам нужно детектить коров. И у вас есть только их фотки на лугу. Понятно, что вы можете подождать до зимы и сделать фотки на снегу, но, как вы понимаете, цикл разработки в этом плане будет довольно медленный. Поэтому, например, один из способов — это можно, например, попробовать нагенерировать довольно правдоподобное изображение с наложением, зимнего пейзажа на вашу картиночку, что позволит вам хоть как-то решить задачу. Есть сети, которые могут, я думаю, вы это много видели, всяких было довольно много в интернете, сервисов, которые делают style transfer, то есть когда стиль с одного изображения переносится на другой, что тоже можно использовать для увеличения, или как это миксуется, для увеличения размера вашего датасета. И сейчас очень популярный в определенной области метод под названием генерация синтетических данных. Он стал супер незаменим для решения задачи OCR, то есть когда мы пытаемся распознать текст на фотографии. Вот пример сервиса. Там ребятки выпустили статью, и как делать данный тип генерации данных. Какие они получили результаты, и сделали сервис, на котором можно потыкать это. Довольно дорого размечать, как вы понимаете, натуральные данные с текстом, потому что для этого нужно сделать? Для этого нужно показать людям какой-то кусок текста и попросить их оттуда перепечатать его. Что довольно сложная задача. И большие объемы данных таким образом генерировать можно очень долго. Намного проще взять некоторый изначально заданный словарь, модифицировать определенным образом эти тексты, чтобы они покрывали основные кейсы, в которых тексты на фотографиях могут встречаться, налепить их в заранее заданные позиции, и обучить нейронную сеть это детектировать и распознавать. Вот мы такой метод применяем как раз для борьбы со спамерами. Мы сделали довольно много текстовых классификаторов, которые их мочат, но в какой-то момент они просекли и начали мигрировать на картиночки. И теперь у нас очередной виток борьбы с ними. Мы распознаем текст с картиночки и после этого уже их наказываем.
Ну, как раз подобно по той, как я до этого рассказывал, мы применяем. Еще одна область, где синтетические данные супер незаменимы и тоже очень много используются, это построение созданием, мне вообще в голову пришло только самодвижущиеся автомобили. Короче, автомобили, которые ездят сами. Для того, чтобы их тренировать, понятно, что они собирают тонны данных из реального мира, когда катаются по селам и весям. Но, несмотря на это, все равно все возможные кейсы таким образом покрыть сложно, поэтому там довольно часто используется типа имитационного моделирования, когда делают полноценные 3D-модели разных ситуаций и, собственно, обучают на этих данных машинку понимать, что это пешеход вышел на дорогу вне зебры, это, там, не знаю, КамАЗ резко затормозил, и подобные кейсы. У меня все. У вас есть какие-то вопросы, можете задать.